Хей-йоу, друзья, всем привет! С вами, как всегда, я, профессионал енот, мой друг Нубик и Нубик Даник. Поздоровайтесь! Всем привет, ребята! И сегодня у меня очень плохие новости. Нубики, вы уже увидели, кто там стоит у нас? Да, я уже увидел! Сегодня, да, в нашей арене боссом будет безумный Дэйв, которого заразили зомби, а также есть зараженные растения. Это просто офигеть, что мы с ними будем делать, как мы будем с ними справляться, а? Не знаю, я как-то придется справляться, учить, знаю еще, какие они еще мощные. Ну, я не знаю, какие эти растения, по-моему, мы таких растений еще ни разу не видели. Там вон какие-то с очками черные, видишь, ага, такие? Ага. И какие-то синие с красными глазами. Короче, вообще какая-то жесть. А Дэйв, посмотрите, он наполовину позеленел. Это да. Офигеть можно просто. И у него жесть. Тоже, кстати, красные глаза. Вон они были, там, надеюсь, было видно. Я не увидел. Ну, сейчас, может, повернется еще сюда. Ну-ка, давай, Дэйв, давай повернись сюда, покажи свою морду. Вообще? Не хочет показывать. Он, короче, увеличился в размерах. Вон стал какой огромный. И очень стал злым, короче, вот. Да. И сегодня наша задача будет с ним расправиться. Но это только после волн зомби. Потому что для этого нам нужно, ну, чтобы расправиться с Дэйвом, нам нужно подготовиться как следует. А потом уже пробовать это делать. Я видел его глаза. И, это, друзья, это жуть. Кстати говоря, вы набрали 200 комментариев под предыдущей ареной, а это означает то, что в самом начале мы получаем сразу первые бонусы. Вот в этом углу у нас есть вот такой сундук. Внутри которого у нас что есть в нем? Огнемет и водомет. Это, походу, два растения каких-то. О, вот так вот. Крутяк. Первые какие-то крутые монстры. Также у нас есть еще вот здесь вот. Вот такая вот бедроковая штука. Чтобы туда открыть, нужно, получается, пройти какую там у нас? Третью волну, по-моему, третью, да. Пятую, да, шестую, да. По-моему. Вот, это откроется после третьей, это после пятой и там после шестой. В общем, здесь в таких вот будут сундуках находиться растения, которые будут нам помогать. Соответственно, нам не придется их покупать, нужно будет просто дожить до этой волны необходимо. Так, куда поставим их? Давай вот сюда, вот там, где ты сейчас стоишь, да. Да. Так, ставим, короче. Это такая же, смотри. Да? А, только это не зараженная, это этот, не злая. Смотри, там такой же есть. Так, а это... И такое точно, смотри. Там, короче, злые версии этих растений, а здесь добрые. Это значит хорошие. Нифига себе. Вот. И, короче, челлендж на следующую арену. Ребята, давайте наберем теперь 300 комментариев, и тогда мы сможем приручить Хаги-Ваки, и он, скорее всего, тоже будет нам помогать, если у нас получится приручить их. Ну вот. Да. Так что, давайте, друзья, 300 лайков по... Ой, господи, 300 комментариев под этой ареной, я уже заговариваюсь. Вот. 300 комментариев, и тогда мы попытаемся приручить Хаги-Ваки. Надеемся, у нас там получится, и в следующей арене получится, вы это увидите. Вот. Так что, ребятушки, все в ваших руках. Также можете на канал подписаться и лайк поставить. А мы с Нубиками прямо сейчас будем дожидаться первой волны зомби. Потому что она уже... Я думаю, уже скоро должна пойти. Да. Ну, вот она! Смотри, что делаешь! А что это все? Чем они это стреляют? Чем они стреляют? Ну, это водомет написано было, это огнемет. То есть этот огнем, а тот водой. А что, все, волна закончилась? Прикольно. А что-то выпало хоть? О, выпало. Да, выпало. Так, нормально. Держи, я даже зомби вот не увидел вроде бы, это жесть. Ты даже зомби не увидел, Даник? Офигеть. Так, что, может, сразу тогда вторую подождем? Ну да, сразу вторую будем ждать, да. Накопим ресурсов и будем потом смотреть, что будет. Так, ну ладненько, давайте ждем вторую волну. Блин, ну первая волна просто за секунды пролетела, согласитесь? Да, сбила просто. Нубик, ты бы лучше отошел от линии огня. Ух ты. Ё-моё, так, смотри, что творит, а? Там они загораются зомби, могут, вообще офигеть, походу это будет самая легкая арена. Да, дела. Так, останется пройти еще одну волну, и у нас откроется, вот это вот откроется у нас штука, там где будут тоже растения. Офигенно. Ну да, по идее, да. Че, будем что-нибудь покупать или будем третью ждать? Ну, будем ждать третью, мне кажется. Давай, да, третью подождем, посмотрим. Давайте. Ждем третью волну тогда, нубики. Блин, третья волна буквально за каких-то 5 минут, по-моему, это самое скоростное прохождение арены. Да, да? Это точно. Это сейчас посмотрим. Ой, пошла, смотри. Новая. Давай. Так. Ну, справляться уже... нехорошо, мне кажется, реально. Да просто. Вообще, смотри, зомби даже сделать ничего это, не могут. Это изи, да. Слишком легко. Так, только ну, бы знаю. Их не выходило. Вышел здесь зомби. Так, да, потихоньку уже что-то там выходят уже. Ну, вроде... я думаю, они справятся, можно даже и не помогать. Кстати, нужно будет купить еды, потому что у меня уже тратится свет. А, вот, здесь есть жареная свинина. Ну а да, они же поджигают. Жареная выпадает еще. Так, хорошо, да. Погнали, сейчас что-нибудь купим, и заодно откроется вот эта вот штука с бедротом. Так, крутяк. Ну-ка, Нубик, выкидывай сюда, что там насобирал. Что есть.
Так, что ты говоришь, Даник? Говорю, что там может быть в этой штуке с бедроком? Может, ну, еще растения такие же. Это вообще отлично, отлично, отлично. Так, Даник, давай, иди сюда, сейчас будем что-нибудь покупать. Нубик пока пускай. Иди посмотри, там есть еще что-то или нет. Так, мы сейчас будем... Сколько у нас кожи есть вообще? Много. Кожи? Много. Ага. Так. Ой, не знаю. Так, и что там? Не знаю. Да я тоже стою, думаю, что-то. А что можно купить? Может, что, броню меч? Сразу, что ли, покупать? Может, да меч? Не, ну, броню, слушай, я думаю, можно купить меч большой, да, за 7, потому что броню надо, я думаю, сразу крутую собирать. Да, блин, да, Нубики, да. Вы серьезно, какой меч? У нас 1,5 стака, мы можем купить что-нибудь довольно крутое из оружия, а вы за какой-то... А, ну давай оружие я тогда покупать. Оружие на третьей волне. Ближний сразу. Бой, ближний бой. Хотя... Ну да, ладно. Что мы можем купить, а? Не знаю, что мы можем купить. Ну давай купим. Так, у нас так гнилой плоти, да? Так, я уже прикупил. Даник, иди сюда. Сегодня у нас будешь турелью ты. О, ничего себе. Будешь уничтожать. Так, Нубик, что там открылась эта штука, не? Сейчас гляну. О, открылась, смотрите. Так, хорошо, 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 хорошо. Ну-ка. Здесь еще 2 огнемета и 2 водомета. Отлично. Это сейчас вообще будет жесть. Это просто реально офигеть можно. Так, давайте поставим их также в рядок, наверное, да? Давай ближе можно. Ну или так, да, в принципе, тоже пойдет. Сюда, а этих наоборот будем ставить на эту сторону. Так, ой-ой-ой, что-то они, по-моему, в одну эту сложились. Так, да. Давайте, надо подвинуть его как-то. Ну ладно, я думаю, они и так будут стрелять. Ага, нормально, перелезли. Слушай, нифига, вот это жесть у нас. Так, слушайте, у нас сейчас осталось 38 гнилой плоти, и я даже не знаю. Ну давай пока оставим, может. Еды купим, еды, кстати. Да, давай я еды наменяю чуть-чуть. Так. А плоть можно оставить. 4 мяса, держи тебе. Так, и держи тебе давай. Тоже. Вот так, давай. 2 куска, а я буду без еды, у меня сытость полная пока что. Я могу купить 1 стейк, отлично. Все. Хорошо. Так, ну что, все тогда? Ждем, давайте ждать четвертую. Следующую. После 5-й у нас откроются еще растения, вот здесь они будут, друзья. По-прежнему мы с Нубиком без оружия, у Даника есть пушка, и это так, уже хоть что-то... Ой, пошли, стреляй. Это вообще там заливают, блин. О, нифига себе, это прям целый зал какой-то. У меня лаги какой-то. Просто нереальные. Вау, так, нифига, как круто зомби. Реально не даешь выйти. Так, давайте, огнеметы, водометы, ну, гасите. Это легко, это реально легко. Слушай, а если бы они могли их превращать в обсидиан? Типа вода плюс лава и этот... Получалось... Обсидиановые зомби, офигеть. Да не, нормально все. Или какого-нибудь зомбака, который бы стрелял блоками обсидиана. Прикиньте такую вообще тему, это офигеть можно. Так, что там заканчивается? А не знаю, вроде еще идут. Они такую струю воды стреляют, просто офигеть. Да, ой, там свинозомби еще куча, офигеть. Ну ладно, давайте подождем, посмотрим, что дальше будет-то. Пойдут еще какие-то зомби или не пойдут? Они идут вроде. Это была четвертая. О, уже все, закончились. Уже все. О, собираемся. Четвертая волна, что будем пятую ждать сразу? Наверное. Нужно, в принципе. Или вы хотите оружие себе купить какое-то? Да нет, давай ждем пятую, а потом построим что-нибудь здесь. А, подожди, тут еще идут. Ух ты, нифига. Ё-моё, это откуда эти повылазили жирные зомбаки, смотри. Не знаю я. Так, я хочу обойти. Так, по-моему, вот это вот опасно. Давай, я знаю, что нас может сгубить, ребята, знаете что? Чё? Вот. Если будут одновременно идти вот эти вот жирные зомби и те, которые быстро бегают, свинозомби в броне. Хоть бы они не пошли. Они прям мощные, то есть. Ну, они такие живучие, у них очень много здоровья. Так, ну-ка. Теперь вроде точно все. Это уже все, конец, наверное. Офигеть, там еще валяется плоть. Даник забрал ее, хорошо. Давайте. Давайте тогда, короче, подождем пятую волну и посмотрим, получается, что там будет. Ну давай я тебя поскидываю, сейчас обменяешь сразу, чтобы мы хотя бы видели, что у нас есть. Давай, Нубик, давай. У меня полный инвентарь. Так, сейчас я тебе вот это вот все отдам. Вот так. Ёлки-палки, нифига себе. Да, слишком много, мне кажется. Мы еще ничего не купили, кроме одной пушки, даже прикиньте. Так, я себе. Это какая-то супер крутая арена. Стейки куплю, так. Так. Ну-ка, это все сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Хорошо. Так, это тоже мы все убираем. Ну что, ждем тогда пятую, да? Ну да. А ты купил что-то или нет? Не, ничего не покупал. Только наменял, получается. Ну тогда так, да, ждем тогда пятую волну, по идее. Наверное, мне нужно будет прикупить немножечко еды. Кому еще еда нужна, а? Не, у меня пока есть. У меня тоже есть, я уже обменял. Так, у вас у всех есть еда. Хорошо, тогда можно еще, что, все, наверное, покупать, пока больше ничего не будет. У нас есть. Не знаю, наверное, нет пока. У нас есть почти 400 кожи и, блин, так, зомби там не идет? Нет, никого не идет. О, мы можем сразу взять. Пошли. А, да? Кто?
Ух ты, ё-моё, нифига. Свинозомби идут эти, смотрите. В броне. Так, у нас проблемы, Нубик, у нас с тобой ничего нету. Да никак и тихо есть. Как-то они пробираются слишком быстро. Так, вся надежда на растения. Ё-моё, смотри, слушай, они реально прям... Растения, конечно, мощно стреляют. Прям зажимай. Так, это пятая волна. Так, иди, наверное, покупай что-нибудь. Так, слушай, я сейчас тоже об этом подумал. Так. А что купить? Это вроде пятая. Не знаю, оружие хотя бы, оружие. Так, сейчас. Слишком много. Давай, аккуратно, сдерживай, пытайся. Здесь все виды зомби. Нубик, сзади пушка, бери, стреляй. Так, больше мне не хватит. Я на всех купил. Давай, гаси, нифига себе, они сюда идут. Ё-моё. Это мясо, так. Офигеть. Нет, растения бьют. Кто мне выстрелил? Тихо. Растения бьют, слышишь, зомбаки доходят до них. Так, давай. Уже могут быть проблемы. А, блин, за мной идут, так. Ой-ой-ой. Я к вам сюда подойду, здесь буду стоять. Какой-то? А, нет, вроде не убили еще. Не, по-моему, все целые, но немножко они там получили. Да, перезарядка. Давай, Даня, гаси их. Офигеть, слушай, сюда подходят. Ой, блин, ты прям возле Нубика. Беги. Да я здесь, я на сундуке стою, Так, офигеть, что за жесть, где растения наши? Вот это уже реально капец. Что-то мы, походу, сильно расслабились с этими крутыми растениями. Да, сильно расслабились, и тут такая, блин. Надо было хоть что-то покупать. Заявочка. Ой-ой-ой, тихо. Так, короче, я одеваю вот это. Растения живы, кстати. Все живы? Все живы, отлично. Фух, офигеть, слушайте, вот это жесть было уже. Прям вообще, я, короче, золотую броню себе надыбал, вот, пока там ходил. Ну-ка, так, оп, а я собираем пока здесь собираем. Да, давайте все быстро соберем, и, по идее, у нас должна открыться еще третий этот сундук. Да, должна. Вот. Посмотрим, что будет в нем, и если будет что-то прикольное, то это тоже классно. Ну, вернее, я скорее всего, думаю, там будут такие же растения, вот, просто их будет больше. Наверное. Вот, а потом можно попробовать натравить все эти растения на Дэйва. А вот этот вот открылся, да? Кто? Еще в прошлой волне, да? Это, ну вот я же с него поставил. Погнали, кстати, сейчас сюда идем. Нужно будет все обменять по-быстрому. Так, ну, и после этого. Так, у меня много золотой брони, кстати. Так, это сюда вообще... берем. Тут тоже нагрудник. Так, выкидываем. Так, на. Полный все. Просто инвентарь нагрудников всяких. Так. А что? Давай еще. Вот так. Сейчас поднимем еще эти. Есть кожа еще, кстати, есть. Это ты куски скинул кожи? Или нет? Да, это я выкинул. Просто у меня не влазит ничего. Так, ну-ка, оп, тут целый стак кожи. Так, вылазим отсюда, оп, от торговца сюда выкидываем. Так, лишнее у нас. Так. Сейчас мне кажется, мы отправим... броню купить нужно уже. Да, сейчас купим, подожди, просто я тут все вообще не успеваю сортировать. Так, это берем сюда, это сюда. По идее, нам должно хватить. Так. Берем, значит, вот так, потом еще вот так. У меня есть уже два набора брони. Отлично. И сейчас посмотрим, хватит ли мне на третий набор брони. И да, хватило, фух. Так, держите. Давай. Так, тебе сейчас одеваю на себя вот этот. И тебе. Так, вот. Все, забирайте броню. Потом меняем всю кожу на плоть. И, блин, честно говоря, плоти у нас не так много получается. У меня еще кожа есть. Тебе давать кожу? Кожу? Так, подожди, я выкинул мясо. Ну ладно, оно, в принципе, не надо, будет еще жареное есть. Кожа, я даже не знаю, надо или нет. Ну, можно обменять на плоть все. Нам надо оружие покупать. Что будем брать? Зарядку для этого. Точно, зарядку надо еще взять. Так. Давай сейчас возьмем зарядку. Так, поскольку по две каждому. Ну да, кстати. Да, покупайте. Так, вот так вот, держи, это тебе. Так, ты где? Это тебе два. А это тебе два. А это у меня остается. Это сюда. Все, хоба. Мы теперь высоко прыгаем, быстро бегаем. Довольно неплохо защищены. Вот. И я, наверное, хочу купить дробовичок. А так, у вас лазеры есть, да? Да, у нас лазеры. У меня есть. Так, ну все, я тогда покупаю дробовик, патроны для него. Я перезарядила. Кстати, что там эти растения открылись новые или сейчас нет? Сейчас посмотрю. О, да, открылись. Так, хорошо, тогда слушайте, сейчас пойдем посмотрим, что. Так, что там, Нубик, ты добежал уже? Так, ага, ну это. Так, что там, что три водомета, три огнемета. Ну тоже неплохо, мне кажется. Так, давайте забираем их всех и куда-то нужно их поставить, может боку где-нибудь? Да, давай вот здесь по бокам по три. Да, так, кстати. Давай, раз, два, три. Не, давайте с одной стороны, а потом, там еще все равно дадут потом, можно будет поставить. Да, ладно, давай так.
Так, раз. Ох, вот это вот уже целая армия растений. Три. О, нифига. О, у меня еще 60 кожи есть. Неплохо. Оставим их потом на потом. Вот. Ну что, ждем тогда следующую волну. Это какая? Шестая была? Да. Вау, офигеть. Слушайте, мы так быстро проходим эту арену. Ребята, походу, это будет самая быстрая арена вообще из всех. Я уже хочу попробовать, блин, завалить Дэйва, но у нас еще недостаточно сильное оружие. О, смотри, так, идут, у нас зомбаки пошли. Пошли, пошли, пошли. Ой, ой, ой. Так, сейчас надо будет жестко, мне кажется. Давайте сразу стрелять. Так, Даник, Даник, не ходи передо мной, а то я могу тебя случайно оприходовать с дробовика. Вот, 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 я сзади стою в уголке в этом. Так, заряжай. Давайте, давайте, гасим, 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 гасим. Не, ну с дробовиком мы должны, по идее, с легкостью пройти любую волну, потому что идея, он просто создан для уничтожения зомби массами. Вот так это вот, пачками жесть. Целыми. На, получай, хорошо, хорошо. Мне вот так вот залетает всё. Это даже легче, чем предыдущая, реально, просто. Слушай, я не знаю. У нас тут армия уже, и мы при оружии. Да, у нас уже больше растений, это, конечно, вообще крутяк. Это точно. Сейчас мы сможем еще купить более крутое оружие, пройдем следующую, седьмую волну, и тогда попробуем завалить Дэйва. Блин, а как мы будем его убить, ребята? Смотрите, как стреляют эти растения, а там их еще больше, ё-моё. Не знаю. Что делать с ними? Я не знаю. Ну, мне кажется, у нас получится все-таки убить Дэйва. Как только мы откроем ворота. Как только ворота откроем, там такой залп полетит у нас, и огня, и воды, и всего прочего. Еще и Дэйв будет бить. Это просто жесть какая-то, ё-моё. О, жесть, лаги. Я конечно. Теперь даже не знаю, сможем ли мы пройти это или нет. Так, ну-ка, ну-ка, на, вот так вот, получайте, получайте. Смотри, мы должны пройти. Офигеть, там опыт вылетает и вылетает. Так, так, ну-ка. Получай. Так, нужно перекусить немножечко свинины жареной. Пока я стреляю с дробовика, зомби просто не выходят оттуда. Так. Ну да. Если я перестаю стрелять, они там что-то пытаются. Пытаются как-то чуть вырваться. Вот сейчас вот я перестал стрелять, давайте посмотрим. И так, и так, и так. Будут они вылазить оттуда постепенно? Да, смотри, выходят, выходят, выходят. Да. Толпой. Ну да, он по чуть-чуть, смотри. Оп, оп, оп. А так они обычно и даже за границы не вылазят. Так. Да. Ну мне кажется, ну-ка. Уже скоро конец волны. Наверное. Ну, да. Мне тоже так кажется. Так, 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 так. Ой-ой-ой-ой, сколько их там еще? Ну-ка, это там жесть. Свинозобби эти адские бегают еще. Ну-ка, на, вот так вот, с дробовика туда. И еще ловите, и еще. Да. Вот так вот. Хорошо. Жил хорошо. Это самая легкая арена вообще. Ну, я не знаю, конечно, что там с Дэйвом будет, но пока что все очень как-то легко. О, все, закончились, да? Так, ё-моё, сколько здесь ресурсов. Офигеть. Так, по-моему, нам нужно будет делать захода 4 сюда. Наверное. Так, так, так. Ну, 2 или 3, по крайней мере, точно. Так, сейчас все, доменяем по-быстрому и закупим чем-нибудь крутым для вас. Нужно выбрать оружие. Ой-ой-ой, так, тихо. Давайте, давайте, поехали. Просто. Слушайте, а чем мы будем? Может быть, все дробовики купим? Или будем с дробовиками долго гаситься? Я не знаю. С дробовиками, наверное, долго. Давайте... Так. Блин, я даже не знаю, как мы будем? Будем дробовики покупать или нет? Да, я не знаю, а зачем? Не, давай сразу, наверное, дефабрикаторы вот эти. Да у нас всегда дефабрикаторы, может, дробовиков накупим. Так, а сколько? Давай попробуем дробовики. Сейчас я тебе еще несу нагрудники, подожди. Так, давай, 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 выкидывай все сюда. Оп, я сейчас пока сюда все беру. Оп, 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 оп. Залазим, вылазим. Так, так берем еще. Возьму. Там, гнилую плоть. Есть еще, да? Или нет? О, здесь много еще. Да там дофигища всего было, я говорю. Оп, 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 это все сюда меняем. Так, что у нас еще здесь? Там что-то еще, еще осталось. Там вообще жизнь какая-то вроде была. Ничего уже не осталось там теперь. Так, это какая волна была, шестая? Шестая. Да, последняя. У нас там, по идее, должны открыться были эти штуки. Так, сейчас я еще наменяю здесь, блин, офигеть, сколько всего. Ё-моё, у меня инвентарь заканчивается. Так, идем сюда. Вот это, да, еще нагрудники. О, да, у меня еще, кстати, есть, вот у меня еще есть гнилая плоть. Так, все, выбрасываем. Частички, у меня много всего еще есть. Так, у меня просто полный инвентарь, ребята, что делать? Так, выкидываем вот это. Я даже не знаю, что делать, господи. Так, это сюда. Это закинем вот сюда. Не, давай вот сюда. Вот здесь оно стакается. Так, потом кожу можно... Кожа нам же не нужна уже больше, да? Ну, наверное, по идее, нет. Так, меняем всю кожу. Нужно сейчас срочно что-то купить, потому что у меня прям вообще жесть. Полностью все, блин, в этой гнилой плоти, ё-моё. Так, меняем сюда вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И сейчас нужно будет еще выкинуть мясо вот сюда, вот так вот, хоба. И пустую эту штуку. Так, вот сюда. Готово. Так, смотрите, что, дробовики берем или что? Ну да, давай хочешь, дробовики. В принципе, да, можно и дробовики взять. Почему так, нет? Счастье. Нубик, открылась эта штука или нет? Сейчас гляну. Да, открылась. Так,
Может, дефабрикатор... Давайте кто-то один будет с дефабрикатором. Я точно нет, мне на босса не везет. О, по 5 огнеметов, по 5 водометов. Так, ну, Нубик, давай пока... Поставим давай. На босса. А? На босса? Ну, тогда надо, да. чтобы кто-то поставил их. Так, короче, давай ты поставишь их туда. Держи тебе дефабрикатор. А, и да, патронов. Я их поставлю. И патронов купишь для дефабрикатора. А мы будем с Даником, короче, с дробовиками. Вот так вот. Ой, тихо. Так, держи тебе так. дробовик. О, неплохо. Дробовик у тебя. Так, и держи, купи себе патронов, короче, на вот это вот все. Это там рыжая такая штука снизу под дефабрикатором. Вот, да-да-да, вижу, покупаю. Я сейчас наменяю еще. А, ну, мне, в принципе, хватает. Так, слушайте. Я не знаю. Так, на все покупать или нет? Ну да, на все бери, да, знаю, там у тебя есть. Да, все, о, 4 стака получилось почти. Ну, у меня чуть побольше патронов, по-моему, так. У меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 стаков патронов у меня. Вот, но я думаю, этого тоже должно хватить. Ну что, будем ждать только 7-ю волну? Ну, а, да, можно еще да, яблоками закупиться. Подождите, надо яблоки купить. Яблоки, вот эти штучки еще, медиксы. Да-да-да-да-да, сейчас мы все это накупим, давайте. И будем держать это до босса. Так, это сюда. Это сюда, так, частички вот эти вот все сюда собираем, собираем. 64, так, ну я думаю, столько должно нам хватить. Значит, берем медиксы, так, сколько нам надо? Давайте возьмем 6, 3, каждому по 2. 6, ну давай. Так, держи, тебе 2, так, тебе 2, Нубик. Ага. Вот у меня будет 2, и сейчас так, яблоки, куплю еще. На всю котлету просто вот так вот, 19 яблок, так, давайте 20, о. что ли, или, в принципе, без разницы, так. А без держи, разницы. Значит, тебе, так, у тебя будет что, у тебя дробовик, да, нам надо будет по да. 10. Так, по 10. А тебе... Ладно, держи тебе тоже 10. Сейчас я, короче, обменяю. Ага. Так. Сейчас еще наменяем немножечко этих частичек, чтобы можно было накупить еще мне яблоко. А то я без яблок остался. Так. Сюда идем. Вот так вот здесь берем еще 10 яблок. Так, у кого там 9 яблок было? У Нубика, у да? Меня, нет, у меня 10. А у тебя, бери, вот здесь яблоко валяется вон там. Бери. Все. Так, что нам еще надо купить? Да все, наверное, больше нам ничего не хватит. Да, наверное, все купили. Давайте ждем, короче, тогда 7-ю волну и будем пробовать, короче, выживать с боссом там. Давай. 7-я волна уже, офигеть, мы так быстро до нее добрались. Я да, просто это шоке. Точно. Но это было... Вон она. Смотрите, зомби пошли. Так, давай, гайс. Я знаете, что куплю? Сейчас гранаты куплю, короче. В принципе, нам уже ресурсы не понадобятся. Мы уже все насобирали, что нам надо было. Так, идем сюда. Вот, когда будет все плохо, мы будем, короче, кидать туда мне вот кажется, гранату. Мне кажется, как-то слишком медленно стреляет, или а мне ты, кажется? Ну, наверное, да. Ну, так. На то он и дробовик, он справляется с толпами зомби, понимаешь? Ну, а с одной целью, кстати, для босса, да, в принципе, лучше да. дефабрикатор брать. Ну, с дефабрикатором... Нубик, а сколько у тебя патронов? У меня... У меня 4 стака. У меня так же. У вас, короче, по 4 стака. Ой, бам. Нубик, отойди. Аккуратно, отойди, нормально все. Он жадный, ему опыт нужен. Смотри, как разлетают... Да, мне опыт нужен. Смотри, как разлетаются в разные стороны снаряды, блин, когда я гранату туда кидаю, она взрывается, так смотри, пау, они полетели вверх. Вау. Фига себе, куда он полетел. Йоу, так, вообще улетел просто так. В конец. Так. О, ну-ка, жирные зомби вроде пошли, или они уже были? Да, так. С таким дробовиком, слушай, Даник, это не жирные зомби, это просто обычные. Ну да. Рядовые зомбаки, так. Ну-ка, ловите еще туда гранаточку, вот так вот. Так, и вот туда. Так вот с винтовочки. Так, сейчас самый конец прям надо закинуть ее. Ну, а, вот так вот, хорошо попал. Слушай, а нифига там эти... Вообще. Там снаряд, короче, полетел на Луну, прикиньте. Вот этот огненный от растения. Нормально. Ну-ка, получайте. Когда прилетим. Это точно, да-да-да. Скоро мы полетим на Луну, друзья. Опа, вот сюда. Вот так, так. Вот, оп, есть. Есть. Ой-ой-ой, ну-ка. Так, кто по мне попал? Хорошо, вот так справляемся. Слушайте, не, ну мы вообще молодцы, по-моему, да? Проходим ну, вообще да, арену да. за ареной налегке. Оп. Наверное, скоро будем на какой-то хардкорной арене выживать. Конечно, вот прям хочется так. выживать на какой-то хардкорной арене. Посмотрим, что там получится у нас. Так, ну-ка. На, хорошо. Вот так ну, вот. Ну, это вот уже, наверное, вот. Скоро конец уже будет этой. Ну, по идее, арены. Да, уже мы завалили ну, огромное количество зомби. Смотри, там крадутся некоторые арены, еще. Волны, хотел сказать. Ну да, типа того. Так, смотри, что делаем. О, ну берем. А нет, еще есть. Ну, вроде да, по-моему, там осталось чуть-чуть уже зомбаков. Давайте, добивайте их. Так, ну-ка, что там? Еще идут, да? Да, уже чуть-чуть осталось совсем. Давай, сейчас водометы. Пусть их добивают, да. Водометы их вообще всех добьют моментально. Так, хорошо. И сейчас будет Дэйв, это вообще жестко.
Ну, слушай, я не знаю, что там будет, но... Да, наверное, ты прав, Даник. Если мы откроем эти ворота, тогда будет точно жестко все. Все, закончилось. Так, хорошо, давай. Оп, закидываем финальную гранату. По идее, мы уже все, мы уже ничего не будем покупать, да? У нас уже все есть. Ну да, нам ничего не надо, у нас все есть. Кстати, а где растения? А, нет, здесь все растения стоят, да? Так, Нубик, ты взял те, которые там были в сундуке? Так, да, они у меня. Фух, так, вы готовы? Да, я готов, Вроде бы я готов. Так, хаваем яблоко, едим, короче, вот этот стимулятор, так, чтобы сейчас, было сейчас, больше защиты. Давай. Вот, так, стой, я съел. Кушаем. Давай, открывай. Стоп, не открывай, не открывай. Что такое? Что? Сейчас я съем. Давай, готов? Ну, да, все, давай. Паутину не купил, стойте, подождите. Так, сейчас, давайте я куплю еще стимуляторы на всякий случай, потому что я 2 случайно съел. Так, я купил еще 6. Берем паутину. Так, каждому по стаку паутины держите здесь, вот так вот, 1, 2. Не. 2 стимулятора сюда, 1 сюда и еще вот так 2 стака паутины. Так, Нубик, держи тебе. Так, у кого там была паутина и 2 стимулятора. Все, все взяли паутину, стимуляторы? Да. Все есть. Фух, ну что, погнали тогда? Да, погнали. Так, врываемся на арену к боссу. Сейчас яблоко, наверное, надо еще одно съесть. Да, там уже закончилась регенерация. Давайте, я кушаю яблоко, подождите, вы тоже хаваете. Шприц использовать еще? Да. Не надо, у тебя же есть. Не надо, он там на 4 минуты действует. Все, давайте, начинаем. 2, 3, поехали. Ух ты, ё-моё! Даник, стреляй по растениям стреляй. Я ничего не вижу вообще. Да, по растениям стреляй. Я ничего не вижу. Так, яблоко на всякий случай возьму. Надо растения завалить, они живучие, вообще жесть какая-то. Я пытаюсь. Так, яблоко осталось чуть-чуть. Яблоко кушайте. Так. Я съел яблоко еще одно. Ну-ка, Нубик, там ты живешь? Или на кого? Я живу еще. Даник, давай, живи. Все хорошо. Так, все, теперь отбегай. Паутину ставь под него. Паутину. Ай-яй-яй-яй. Давай, все, хорош, красавчик. В ловушке. Все, давай, гасим его. Ой, тихо, Даник, это я тебе. Так, давай, добегай сюда. Давай, не считается. Давай, я гашу. Так, ну-ка. Бегу. Давайте быстрее. Я его здесь. Нубик, ты где там? Несешь этих растений? Подожди, я не могу поставить ничего. Так, давай. Паутину. Давай, блокируй, Даник, давай, мы должны его завалить. Офигеть. Давай, все, расстреливаем. Давай. Так, ну-ка, получай. Так, он потихонечку пробирается, но у него ничего не получится. Давай, блокируй паутиного, половину уже здоровья мы снесли. Давай, еще немножко. Ой, хорошо, смотри, он хочет выйти на ту сторону. Он сейчас выйдет, Даник, он выйдет сейчас. Нет, у него ничего не получится. Нормально, все, давай, добиваем его. Нубик, давай, иди сюда быстрее, где ты там застрял? Сейчас, ну подожди! Так, давай. Больше половины ему снесли. Нет. С дробовиками. Так. Паутина закончилась. Ну, я пришел. Давай, хорош. Замочим его сейчас. Смотри, растения его нормально сносят. Давай еще, Нубик, еще огненных ставь. Так. Смотри, как растения сносят его. О, хорошо. Смотри, они его затолкали туда. Где он? Вон он. Все, хорошо. Он в стене где-то, так. Так, давайте, гасите. Сейчас мы тебе дадим. Я стараюсь. Нифига мы его выносим, просто зажали Дэйва по полной. Сейчас мы, короче, его приходим, он упадет, а потом мы его вылечим чем-нибудь. Так, ну-ка. Давай. Ну, получай. Есть. Наконец-то, но паутина, это мега ловушка получилась. Ну да. Офигеть, вот это была жесть. Фу, мне понравилась эта арена, было круто, особенно в конце с боссом. Конечно. Такие это растения классные. Да, друзья, если вам эта арена понравилась, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы и не забудьте подписать... Господи, колокольчик активирует, про подписку я уже сказал. Вот, помните, что 300 комментариев, и тогда мы попробуем приручить Хаги-Ваги и посражаться вместе с ним. А с вами, как всегда, был профессионал енот, мой друг Нубик и Нубик Даник. Всем до скорой встречи. Всем и пока-пока-пока. Пока, ребята! Пока, ребята!